За прошедшую неделю в отделении скорой медицинской помощи поступило 188 вызовов. В круглосуточный стационар госпитализировано 111 человек. В родильном отделении на свет появилось 2 младенца. Также начальник медсанчасти номер 135 Алексей Азаренков отметил, что рост заболеваемости ОРВИ не наблюдается. Инженерная инфраструктура города работает в нормальном режиме. Управление на квартирными домами осуществляется в штатном порядке. К выпавшему снегу готовы. Все работают, поэтому здесь проблем тоже нет. Ближайшие мероприятия для жителей и гостей города анонсировала Анна Королева. 30 января в 18:00 в Лесногорской детской музыкальной школе имени Ленинки состоится концерт обучающихся отделения фортепиано, посвященный творчеству современного русского композитора Игоря Парфенова. Спортивные события отмечены баскетбольной встречей за Кубок ЦФО в субботу в 18:00 и в воскресенье в 11:00. Кроме этого, 1 февраля во всех школах города состоится вечер встречи выпускников. В первой, во второй и в третьей школе начало вечера встречи в 17:00, в четвертой школе начало в 16:00. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Рафеев, Десна ТВ.